уходящий. И как всегда, мы, люди страны Советов, строя свое многонациональное отечество, советскую державу, в конце года подводим итоги сделанному, оцениваем свершенное, награждаем достойных. В колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное собрание, посвященное вручению Академии медицинских наук СССР ордена Ленина. В своей речи член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич Алиев отметил большие заслуги Академии в развитии медицинской науки и народного здравоохранения и прикрепил орден Ленина к знамени Академии. За 40 лет, сказал президент Академии медицинских наук СССР, герой социалистического труда Николай Николаевич Блохин, Академия прошла большой и славный путь, став одним из самых мощных центров медицинской науки в мире. Шел 1944 год. В это неимоверно трудное время было принято решение о создании Академии медицинских наук СССР. Это было признание выдающихся заслуг ученых-медиков, фронтовых врачей, всех медицинских работников страны. Боевые награды бывшего фронтового врача, командира хирургического взвода Георгия Степановича Юмашева. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Первого Московского мединститута Георгий Степанович Юмашев ведет уникальные операции при переломах позвоночника с повреждением спинного мозга. Высочайшее внимание, точность каждого движения требуется от хирурга при работе микроскопическими иглами, когда он сшивает нервы тончайшими, почти невидимыми нитями. В 28 странах мира советский хирург проводил и консультировал подобные операции. Георгий Степанович – автор 31 изобретения. Фронтовик, ученый, хирург, Юмашев в канун 40-летия Победы встречает свой 44-й трудовой Новый год. Наряжая новогодние елки, готовясь к встрече жизнерадостного малыша с четырехзначным порядковым номером 1985, мы, люди, живущие в разных городах и селах нашей страны, добывая руду, нефть или уголь, прокладывая дороги и газопроводы, возделывая хлеб или хлопок, радуясь и печалясь, веря и мечтая, все вместе строим свой дом. И Новый год – наш большой и радостный праздник. Праздник для оленеводов севера. Для жителей и гостей древнего Суздаля. Для Жени Нестеренко из молодого города Ангарска
и его ровесника Зурата, это пятый Новый год. Какой же Новый год без подарков? На арене московского цирка на Цветном бульваре Юрий Дуров со своими питомцами. И хотя эти аттракционы ровесники века, они по-прежнему дарят нам радость. Хоккейная дружина нашей страны, победитель приза «Известий». А что может быть лучше для болельщика, чем победа своей команды? Хотя и очень жаль расставаться с любимыми игроками. А это подарок столице. Обновленный квартал Старого Арбата. Никогда до конца не пройти тебя, Арбат мой, Арбат.